Всем привет! Сегодня перед нами модель 6650 Fold. Сегодня перед нами она в красном цвете. Сейчас, секунду. В комплекте поставки идет непосредственно сам аппарат. Извиняюсь, черного цвета. Далее в комплекте идет кабель для подключения к компьютеру, зарядное устройство в сеть, тоненькая, гарнитура, проводная для радио, для музыки, мини-джек, аккумулятор BP4L, 1500 мА. Сверху на аппарате идет накладка нержавеющая сталь, задняя крышка нержавеющая сталь. Изнутри, в принципе, клавиатура более напоминающая Razer V3. Дисплей 2,4 дюйма. Давайте же его включим. Значит, в комплекте идет 1 гигабайт памяти. То есть 6650 это смартфон, операционная система Symbian S60 9.3. Имеет в себе GPS-приемник. То есть будет вам осуществлять навигацию. Изначально карта будет уже закачана. Камера здесь 2 мегапикселя, снимает как фото, так и видео, естественно. Плюс аппарат довольно-таки тихий, внешний динамик. Скорее всего, это придет с прошивкой телефона. Могли бы сделать, конечно, дисплей побольше, но на этом тоже спасибо. Плюс модель получилась не самая распространенная, но раскладушек так у Nokia не очень много, так что тоже спасибо. Так, давайте проверим громкость аппарата сначала. Самая громкая мелодия в аппарате – это ностальгия. Nokia Tune. Если кто что-то слышит, то класс. Если закрывается динамик, то аппарат становится прессом мертвым. Ну, опять же, самая громкая мелодия в аппарате. Плюс еще особенность телефона. 7 разнообразных подсветок клавиатуры. Их можно менять любым цветом. Можно поставить через определенное время, будет меняться. Сейчас вам продемонстрирую. Значит, сейчас стоит белая, меняем на желтую, меняем на зеленую, ну, поменяем еще на красную. Сверху аппарата находятся 3 сенсорных клавиши, они служат для перемещения по меню. Значит, посередине кнопку нажимаем, входим в меню внешнего дисплея. Изначально у нас можно включать музыкальный плеер, выбирать режимы, зайти в секундомер, зайти в таймер обратного счета, календарь посмотреть, включить камеру. Ну, давайте включим камеру. Также можно перемещаться вверх и вниз. Так, где у нас камера? Камера, вот она. Чтобы войти, нажимаем Open. Открывается камера, можем что-то на нее сфотографировать, благодаря вот этой верхней клавише. Она находится вот здесь. Далее, эти клавиши блокируются либо через определенный промежуток времени, например, минимум это 5 секунд, то есть вы его закрываете, кладете в карман, в сумку, 5 секунд проходит, клавиша блокируется, либо вручную, левая-правая, клавиатура заблокирована. Плюс то, что нет автоматической блокировки, это минус. Камера 2, в принципе, ничего себе такого суперского не несет. Сейчас мы его найдем. Естественно, без автофокуса. Ну, просто аппарат на любителя.
Ну, такая модель 6650.